Так, значит, вестник садовода, главный редактор Ребрик, друг мой, человек необыкновенный, когда была команда ФАС, и мне так противно называть фамилии главных редакторов, которые запретили своим же этим Железову печатать, была команда ФАС. Вот. Знаете, всю жизнь учить, как уничтожать, а когда до них дошло, вместо того, чтобы просто сказать: Константин, давайте быстренько исправляться будем, кажется, мы наломали дров. Нет. А Ребрик взял и напечатал вот это. Одна из многих публикаций. Вот. Дело в том, что я ее сейчас пропущу, но сделаю, знаете как? Я хочу ее увеличить до крайних размеров, чтобы хотя бы... Ой, нет. На телефоне вообще не видно. Ну что, сделаю отдельный фильм. Пусть так будет. Вот. Еще раз выражаю это самое, свою огромную благодарность. Почему это надо? И почему вы это заступились за меня и за муравейник? Гражданин Ребрик. Ребрик, гражданин с большой буквы. Муравей у вас их больше не будет. Вы представляете, сад без муравьев. Уже идиотизм достиг такой уровня. Представляете, сад без муравьев. Не поняли? Сад без муравьев. И вот нашелся же нормальный человек и пишет: комментарий удалил, надо бы и этого деятеля размазать на вебинаре. Вот его ролик. И мне стоит открыть этот ролик, как он борется с муравьями, и вы увидите вот всю эту дурь невиданную. Вот. Дело в том, что я устал, и вы устали. Может быть, с муравьев следующее это посмотрим. Опять про муравьев. Вот такое мнение. Раз. Сейчас мы закончим. Все. Немытов Алексей Юрьевич, гражданин Немытов, вот. Он, я не стал смотреть, он посмотрел телепередачу с Цицкоризо. Появилась новая тема, вот эти вот дачные истории, вот. И вот он пишет: Валерий Константинович, ваше дело живет, побеждает. Там заступились за муравьев. Но как заступились? Это же федеральный канал тот самый. А я вам сейчас покажу его. Вот, и на этом закончим. Вот он, сегодня вечером, узнаете? Сегодня вечером. Это тот самый. Сейчас удивитесь. Вот здесь вот, вот здесь вот. Вот. Здесь специалисты есть, да, да. Как же без них? Вот они. Это миллионы зрителей, миллионы слушателей. А еще дачники все здесь принули. Вы же понимаете? Ну ладно бы, он когда мне написал Немытов, я думаю, ну сейчас, неужели? Он еще пишет: мое дело Железова. А как там дальше было? Мое дело Железова живет побеждать. Черт из два. Да, муравьи, это жалко их. Давай не пустим на дерево. И дальше давай это по очереди. Они же все начитались этой дури. Давай синтепоном, давай этим самым обматывать это клейкой лентой. Все то же самое. Не пустим муравьев на дерево. Это уже не то, что уничтожить. Понятно, это дикость, которая вот этим вот принадлежит. Вот этим вот. Но это просто дурочка, извините, это уже не мат. Когда называешь вещи своими именами. Муравьям не место. И вот сейчас она их научит, как уничтожить. Вот. А вот это одна из самых жутких людей, абсолютно неграмотных, невежественных, страшно. Как она муравьев ненавидит. Но ее научили, она сама откуда может знать-то, это надо знать. Я Железу посмотрел, наверное,
30, 50, а может 100 фильмов про муравьев, про муравьиней, про гениальных, про этих самых огромные муравейники, абсолютно разумная жизнь, те же фабрики, заводы, фермы, эти детские сады, абсолютно разумная жизнь. И 10, 20, 100 миллионов муравьев как единый механизм существует. Вот. Что она знает, она ни одного фильма не видела. Я пришел в ужас. Вы что, там охерели? Вот это матерное слово, нет? И опять извиняться придется. Что вы там это? Только для того, чтобы получасовой этот самый сюжет прийти в лес, найти огромное дерево, которому лет 70 похоже, огромный муравейник, и давай его ядами травить. И не пришло ни этот самый, никто из леса, из этого, из надзора. Оштрафовать, уволить, чертовой матери, ославить на всю страну.